Всем привет, с вами Платон. Чё ты? Это не фотка. Алло, двигайся. Не двигайся. Зомби, блин. Пошел он. Нет. Хрест. Нет. Хрест. Нет. Я никогда это не успокоюсь. Дай конфету. Включите звук погромче. Ты приведи я, блин. Фабизар. Пошла, нападай. А это у нас Фокси? Нет. Блин, тут трещет фиг на как. Это назови это видео Фредди в поезде не может отойти от Букобожит. Фредди в поезде, короче, назову. Фредди в поезде трясется. Фредди. Фредди в это вот так вот. Не знаю. Не так, короче. Ну просто Фредди. Фредди в поезде. Да, Фредди в поезде. Пошел он, Фредди. Маша, нападай, на это. На еще конфету. Не, блин. Сюрприз! Ай, дурацкий Фредди. Батарейки дай. Дай батарейки, я был. У меня нет батарейки. Вот батареечный человек. Солдобрек. Защищай меня, Маша. О, мой гад. О, боже мой, мне так неудобно снимать. Ты у Фредди Фабизар, блин. Это, короче, я думаю, то, что там охранник. Да, со мной. Я думаю, то, что это дверь. Ну, охранник. Не, снимай это я. Это точно не будет. Нет, не дверь. Чё? Ну не дверь, что? Может, это дверь? Не, не дверь, точно. Ну вот эта дверь, это не дверь. Это дверь, а это не дверь. Это не... Я с Фредди, я... Тупорылась. Тут так трясёт, тут, ребят, тут так трясёт в этом поезде. Так что извините, что... Что с Фредди, это... Фредди. Я тебя снимаю. А я марионетка, я марионетка, как будто я бегом, как будто я бегом, а я по птичкам, а я бегом. Фредди, Фредди, нападай. А где Голден Фредди, а, дебил? Я обстрел себя. О, боже. Я с Машей хожу. Пошли ко мне в купе. Тут я забыл, как тебя зовут. Ваня. Какой оригинальный. Ваня.
Ваня. Почему-то я не вижу то, что за этим стеклом. Я вижу только себя. Я тоже. Да потому что тут уже ночь. Пошли ко мне в купе, а? Не могу, не знаю. Да, можно к нам в купе? Зачем? Вот тут хотите играть? Здесь. Не, он может свои игрушки показывать. Я же показал один кораблик. Вань, пошли ко мне. Что ты пытаешься сделать? Что ты пытаешься сделать, Фредди? Ты Фредди, блин. Я силовое поле невидимое. Не понял? Не понял. Нет никакого силового поля, тупой Фредди. Фредди, давай отдохнем. Фредди, давай отдохнем. Я устал зажать. Лучше PPA писать. Что здесь за поезд? Я не знаю, что за поезд. Я пошел смотреть. Как остановиться? Ладно, всем пока-пока. С вами был Платон и Фредди. И до новых встреч. Фредди Иван, пока.